Вот так вот, без палева, короче. Он раз без палева, ты знаешь, такой... Да-да-да-да-да-да-да. Давай, сейчас собрались с мыслями, сейчас будет из всех поздравлять. Ну, не поздравлять, а передавать привет. Не, обкладывать, наверное. Обкладывать с сосисками. Синебот передает привет. Привет! Пуштар, кто-то. Кто-то был, а кто Пуштар? Бля, я уж не помню. Я, по-моему, Пуштар там был. Ты Пуштар? Ну, вот Пуштар передает привет Синеботу. Тарантулу и Давителю. А больше никого не помню. Степану, в смысле. Степану Куневу ты знаешь. А, да-да-да. Кенбейса. Ну, если так уж. А также всем юным желторотым птенцам. А я за сегодня все время вспоминаю. Да я помню, когда не, я с ним так общался. Вы в турнире играли там. Он говорит, что вы с ним были в турнире. Да-да-да. Да, я помню, пьяный зашел, Давитин говорит, давай со мной сыграем. И я, ну, по-моему, этот финал был. А ты там не с Давитином? Не, нет, по-моему, с Давитином играем. Я не помню, не помню. Привет из прошлого, короче, пацаны. Приезжайте в Москву, бульдозер всегда рад. Он уже купил себе двухъярусную кровать. Нет, кровать. На одном ярусе он сам живет, на втором у него гости. Принимаю. Это какой-то туша, нам тоже дает. Рядом стадион открытия, чемпионат мира зашел. Ужасно, ужасно. Как стадион построить. Совершенно бесплатно, но вам придется поить его все время водкой. И развлекать. И развлекать. Играть на арфе. Лютневую музыку 13 века. Ну, грибами, грибами. Ну и Герыч тоже как на худой конец. Короче, не поскупитесь. Да, кто что может. В Москве есть жилплощадь. Кстати, за встречу, господа. Таких перспективных снимков. Да. Тянет руку там. Ну, делает. Компромат. Это я. Блин, это правда я. Я пожрался. Тебе надо расти как-то.